Пролетел на красный и сшиб 12-ю. Серьезное ДТП омрачило вечер минувшей субботы. В районе 22 часов на Московском проспекте отечественную легковушку, выехавшую на перекресток на зеленый свет, на полной скорости протаранил внедорожник. После удара Volkswagen пролетел еще несколько метров по разделительной полосе и врезался в дорожный знак пешеходного перехода. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg, молодой человек, 1984 года рождения, двигаясь по проспекту Московский в направлении улицы Беляева на пересечении с проспектом Дружбы народов, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112. Известно, что ехавшие в отечественном автомобиле парень и девушка не были пристегнуты. Водителя от удара даже выбросило из машины. В тяжелом состоянии оба были госпитализированы в БСМП, где позже от полученных травм скончались. А находившиеся в «Фольксвагене» двое мужчин целы и невредимы. Сработали подушки безопасности. Водителю иномарки, который по версии ГИБДД ехала на красный свет, теперь грозит уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. Окончательная степень вины участников аварии установит суд.